Уже в эту пятницу вы сможете посмотреть пятый сезон сериала «Соколова подозревает всех». В нем главные роли сыграла Ирина Рахманова, Алексей Матошин, Илья Мирошников, Екатерина Уличенко, Алексей Барабаш. Непростые отношения между следователями Соколовой и Адмираловым выходят на новый виток. Они по-прежнему занимаются расследованием загадочных убийств и прочих криминальных происшествий в провинциальном Андреевске. Напарникам наконец-таки удается выйти на след таинственного преступника, известного по прозвищу Голландец, продолжающего свои аферы и хитроумные махинации. С каждым шагом следователь все ближе приближается к разгадке. Кто же скрывается под маской опасного преступника? Также им предстоит узнать, кто убил известную блогершу, создавшую миллионное состояние на марафоне желаний.